кто помнит, я показывала эту покупку. Это что-то какое-то арабское сари, не знаю, может, такой тонкий-тонкий лен. Оно у меня лежало месяца 2 или 3. Показываю сари. Не знаю, может, это как-то по-другому называется. Ну, я его назвала сари. Оно не то лен, не то хлопок. Вот такой вот как-то, в любом случае, катон. Вышивка. То есть это готовый кусок, 2,5–3 метра, я еще не померяла. Вот такой вот красоты. То ли я оставлю его накидывать, как летний платок, шарф, палантин, то ли пошью себе тунику, сделаю горловину, сошью бока и все. То есть будет такая длинная летняя штукенция. Очень красиво, я так довольна, и главное, что запаха в них нет. И совершенно новая, судя по строчкам, по ниткам, я все это вот нужно просто убрать. Совершенно новая, в идеальном состоянии, ни заколок на нем никаких, заколок, заломов. Вот наконец-то я созрела пошить себе из него туничку. У меня была бейка косая под цвет. Единственное, что, наверное, можно было сделать еще поуже. Ну, зато она свободно на меня заскакивает, и мне очень дома удобно. Дома уже жарко становится, у нас очень хорошо топят, все открыто у меня. На распашку. И вот такую я себе сделала, видите, туничку, как показать. Жарко хожу босиком. Я прошу прощения, другого места для съемки, чтобы весь рост, у меня нет. Только в маленьком уголке, в шкафу в прихожей. Но очень хотелось мне показать туничку эту. Если найду, присоединю, как я ее купила, если я найду то видео. Если нет, там в предыдущих видео у меня есть, я показываю. Я думала, что мне из нее сделать, но как палантин, она неудобная, большая и толстая, резать не хотелось. Вот я сделала себе домашнюю такую штуковину. Ну все, похвасталась, пойду заниматься своими делами. Поближе покажу, как оно выглядит. Это такая фабричная вышивка, лен тонкий. Но для палантина он толстоватый. Все-таки для палантина это должен быть либо тонкий-тонкий шерсть палантин, либо шелк. Я думала, может быть, так на вечер, на лето оставить. Нет. Решила все-таки, что это будет туника. Я могу и дома ее носить, и летом выйти возле подъезда посидеть, собаку вывести будет. Прилично, удобно и красиво. Вся она вот так расшита. И по краю, полностью по периметру, атласная лента. То есть это было что-то типа сари.